Ну, что я могу сказать? Добрый день сначала. Записывал серию, сражался с Левиафаном. Продувка вентиляционной системы. Восстановление уровня кислорода и азота. Сказала. Продуктовый склад открыт. Наша, моя программа. Чувак, а у тебя места-то не хватает. Ты типа это, лошара. Хорошо, что у меня сохранилась... Сохраняшечка. Ну, она примерно... Там, где есть. Ну, если пропало... Энное количество... Я записи. Не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Не обессудьте. Полное безумие. Я отправляюсь к рудной платформе. Слышу, что туда направились все выжившие. Джейкоб. Я давайте. Я просто помню, что основная тема это была как раз битва с Левиафаном. Черт, яд не подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Давай. Зона невесомости. Так. Третий раз чудовище прохожу. Это, конечно, капец. Причем в прошлый раз у меня кончились все боеприпасы. Так. Где тут что еще есть полезное? Ну ладно. Ай! Как его избежать, я не знаю. Готов. Давай второго. Ой-ой-ой. Ну да. Да ёб красоты. Давай, вылезай. Сейчас побыстрее идет дело. Если я уже знаю, где чего как. Ой.
процесс. Так. Ой. Так, мимо, 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 мимо все. Ой. Я забыл вот этим пользоваться оружием. Вот так вот. Вот так вот. Давай, давай. Ой, промахнулся. Ну, давай, 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 давай. Да блин. Да ёп. Или выстрела есть. Попало. Давай, 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 стоп, стоп, стоп.
Ха! Ну, что мне тут все дадут за такое? Фу! Отлично! Хэммонд, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. Зона гравитации. Черт! Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Черт! Не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Куда? Ну ладно, помчались. Понимаю, игра плавно-плавно уже к этому концу идет. Почему? Не знаю, кажется так. Сюда мы и сохранимся. Да? Нижняя палуба. Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Могло. Могло-то могло. Но вот как практика показывает. Боеприпасов-то у меня и нету. Да. И если сейчас будет битва, то будет очень грустно. А не. Такие ящички интересные. О, боеприпасики. Денежки. Просто я после записи эту винтовку продал. А сейчас что-то решил не продавать ничего. Ну и все. Мы прокачали по полностью наш костюм. Теперь мега монстры. Сохраняшечка есть. А вот тебя чуть не заметил, кстати. Вообще, тут боеприпасов-то надавали. А, магазин.
общем, это с деньгами не будет. Ладно. А что, все что ли? Ага, 10 выстрелов. Давай. Нам ведь сюда. Это кто еще? А, рудная платформа оторвал. Почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Так, техслужба, переработка. А куда нам ехать-то? Да что такое-то? Да мне промахиваться-то нельзя. Да, вообще. Сюда. Блин, попал как кур вообще, а? Пойдите нафиг. С тобой совершенно драться не хочется. Да еп!
Блин. Места нет почти. Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их.
информации. Спасибо. Сколько у вас тут? Как же плохо без боеприпасов-то. Нереально, причем плохо. Опять все заново. Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Надо очень быстро бегать.
машину. Да, левитация, машина, левитация. Аномалия уничтожена. Две осталось. Здесь ее нет, значит, она где-то на той стороне. Угу. Я ее тут ее не вижу. Thank you.
Я, наверное, пройду эту серию нормально, спокойно, не под запись. Потому что это какой-то ужас. Спасибо, что смотрели. Чао.